Здравствуйте, мои дорогие Дианочки. Добро пожаловать ко мне на кухню. И сегодня у меня одно очень обалденное блюдо. Сегодня у нас будет узбекская кухня. По просьбе моей дорогой Катюшеньки, Катя, ереванская невеста, готовлю для тебя плов. Скажем так, а-ля узбекский плов. Я сразу дико извиняюсь, потому что у меня в саду в данный момент происходит стройка века, у меня там бам, не прогресс и все такое вообще, не знаю как назвать. У меня строится там барбекю кюхе, такая летняя кухня со всеми причиндалами, вот, с пиццепечкой, со всей, поэтому я не очень хочу это все снимать, это будет потом отдельный влог, как это все строилось, как делалось. Сколько нервов и крови, крови и пота уходило там. На этой стройке буду показывать чуть-чуть красивые места. А грязь это все не буду показывать, сразу говорю. Так, давайте перейдем. Я покажу, что нам для нашего плова нужно. И потом перейдем к приготовлению. Готовить мы будем во дворе, в моем казане. Я знаю, что я, наверное, единственная женщина, которая будет в казане готовить плов. Я так думаю, я точно не знаю, потому что до сих пор все, что я смотрела в YouTube, готовят одни мужчины. Так что, дорогие мои, сегодня готовит женщина узбекский плов. Плов будет по моему личному рецепту. Это будет просто а-ля узбекский плов. Ну, кому понравится, может повторить. Давайте приступим. Нам нужно 1 килограмм риса, 6-7 морковок, 2 репчатых лука, 1 чили перчик, 2 головки чеснока, немного лаврового листа, 1 курица, у меня 1,5 килограмма. Все специи добавляйте по вкусу. Я еще добавляю всегда нут, немного нута в наш плов. Рис я всегда предварительно за 2-3 часа замачиваю. Итак, перейдем к приготовлению. Итак, сначала мы нарежем нашу курицу мелко. У меня курица, видите, желтого цвета. Это потому, что она у меня откормлена на чистой кукурузе. Я называю это французские курочки. На самом деле это немецкие, но просто во Франции почти все курицы откармливаются на кукурузе. А у нас вот эта красота тоже сейчас появилась. Снимаем. Шкурка нам здесь не нужна. Поэтому я просто ее подцепляю и освобождаю от мяса. Что в плове не обязательно шкурка куриная. Некрасиво смотрится вообще. И я ее всегда снимаю. Крылышек она, конечно, сниматься уже не будет. Но вот со всего остального вы можете снять. Вот. Не надо нам это тело больше. Попку надо тоже срезать.
Я уже переместилась во двор. У нас сегодня будут тут звуки громкие, так что вы уж извините меня. Вот стоит мой казан. Я его уже разогрела полностью. И начнем сейчас уже готовить наш плов. Приступаем. Наливаем наше масло. Забрасываем наше мясо. И даем обжариться. Пускай оно обжаривается хорошенько. Наша курочка уже доходит до кондиции. Добавляю сюда красный молотый перец. Мне нужен красивый цвет. Сейчас она уже... Thank you.
заливать рис, она должна быть с рисом на одном уровне, понимаете? Не более. Не нужно на 2 пальца или на 3 пальца заливать воды. Все. Итак, я даю ему сейчас закипеть 1-2 раза, и потом накрою крышкой и дам томиться на маленьком огне где-то минут 15-20, так как мой рис уже был преждевременно замочен. Так прекрасно. Видите, как классно он уже кипит. Теперь я его накрываю крышкой, убираю огонь и дам настояться. Через 20 минут он будет готов полностью. А какой здесь аромат, мои дорогие, вы не представляете себе. Какой аромат. Засунем лавровые листики внутрь все. Так, прекрасно. Все, закрываем. Закрываем. Итак, покажу вам немножко моего огородика. Живем мы в Франконии. Земля у нас очень красивая. Живем мы прямо в сосновом бору. Покажу вам немножко. Видите? Это мой бывший забор. Сейчас забор меняется. У меня здесь полностью идет реконструкция, так что вы извините. Мы воздвигаем берлинскую стену. Поднимаем снова железный занавес, так как у нас здесь неблагожелательные соседи. Итак, мои дорогие, посмотрите, какая красота. Это вообще что-то. Очень жарко, очень-очень жарко, и я подумала, сделаем мы просто вот плов и просто вот такой легкий обыкновенный помидоры, летний салатик, помидоры, огурцы, сыр. Больше ничего к этому не нужно абсолютно. Я это сейчас все сбрызну маслом и, конечно, сначала лимончиком. Посолим. Поперчим. Совсем капельку оливкового масла. Совсем немножечко. Все. Все. Вот такая прелесть.
к нашему плову. Пойдет сюда. Посмотрите на мои руки. Это убираю в сторону. И начинаю выкладывать мой изумительный плов. Горячий-горячий. Прям смотрите. Мои работнички уже все ждут. Мясо я буду делать по краям. Прошу заметить, я хочу просто сказать, что это мой авторский плов. Я не повторяю, я не делаю настоящий узбекский плов. Это не оригинальный, естественно, правильно? Это мой, это плов, который готовлю я для своей семьи. И просто делюсь с вами рецептом. Очень надеюсь, что Кате понравится. Катюнь, принимай, твой заказ готов. Большой привет моей дорогой, любимой ереванской невесте. Катя, принимай, дорогая, твой заказ готов. И на этом я хочу с вами попрощаться, потому что мои работники уже кричат, люди кричат от голода.